В Якутской сельскохозяйственной академии откроется новый факультет. В новом учебном году начнут подготовку специалистов лесозаготовительного производства по четырем направлениям. Специалисты лесной промышленности, работники лесного хозяйства, а также земельное дело. Для чего объединят кафедры природообустройства и агрономии? В новом факультете больше внимания будет уделяться подготовке высококвалифицированных кадров по технологии лесопереработки. По словам преподавателей учебного заведения, здесь будет открыто около 600 мест. Документы для поступления принимаются с 13 июня. Прежде всего, для Якутии сейчас актуально лесозаготовительное производство, которое включает рубку леса, транспорт леса, с чем сейчас большие проблемы, и первичную переработку, включая лесоперение, производство столярно-строганных изделий. Собственно, наша задача, меня, моих коллег, научить и принять непосредственно участие в том, чтобы лесопромышленный комплекс в Якутии стал в ранг, как и углеводороды, и добыча других полезных ископаемых.